Красноярский Сибирский юридический институт для обмена опытом приехали полицейские из Пакистана. Наш вуз входит в тройку учебных площадок страны, где проходят подобные занятия. Иностранцев учат современным российским криминалистическим методикам и способам борьбы с международными наркопреступлениями. В Красноярске они проходят двухнедельный курс повышения квалификации, который состоит из теоретической и практической части. Подобные занятия по обмену опытом проводятся с 2013 года. К нам приезжают наркополицейские из Афганистана, Таджикистана, Ирана и Пакистана. Красноярские специалисты, в свою очередь, тоже выезжают в эти страны в качестве наставников. По итогам обучения участники получат сертификаты международного образца. Ну, а в свободное время иностранные студенты посещают и достопримечательности нашего города. Если многие из них в свое время либо учились в Российской Федерации, либо приезжали, да, в гости, особенно представители Центральной Азии, то в Сибири практически все из них находятся первый раз. Конечно, едут с чувством страха, с чувством опасности, что у нас здесь лютые морозы, что у нас сугробы по пояс. И искренне спрашивают, бродят ли медведи у нас по улицам города. Вот, поэтому культурную программу мы обеспечиваем обязательно, чтобы показать, что у нас очень красивый город.